Клуб «Ретро 55+» давно известен за пределами Воскресенска своими поэтическими вечерами, танцами, рукодельными кружками. А вот теперь и вечером романсов «Гори, гори, моя звезда» под руководством Анны Видбрук. Как это все случилось? Какие вечера? 3 года ты мне снилась, а встретилась вчера. Романс воспевает сокровенные чувства, переживания и раздумья, которые близки и понятны каждому человеку. Они сродни исповеди, которые затрагивают тонкие душевные струны слушателей. В романсе сливаются искренность русской лирики и пленительная простота мелодии. Воскресенские ценители искусства могли насладиться и классическим, и городским, и цыганскими романсами в исполнении вокалистов учреждений культуры. Это была моя мечта уже многих лет, последних лет 5. И вот она свершилась, потому что я знаю, что романс – это самое великолепное, что может быть в песенном творчестве, поскольку это самое сложное исполнение. Но, тем не менее, каждый романс – это история, история судьбы, история любви большой. Поэтому сегодня у нас романсы начинают классически, заканчивая жестоким романсом. Снегопад, снегопад, не веди мне на пол. Воскресенские вокалисты клуба «Ретро 55+» вошли в десятку лучших в конкурсе «Голос Подмосковья» среди исполнителей старшего поколения. Смелые артисты не только исполняют романс, но и рассказывают зрителям историю написания выбранной композиции. Зрители и певцы почувствовали невероятные эмоции и ностальгию, а также получили приятный бонус – цветочный комплимент. Каждый месяц у нас проходят мероприятия, на них мы принимаем участие, мы очень благодарны руководителю нашему Анне Ивановне Видбрук. Настолько вы сами видите, как она, какая она энергичная, какая она жизнерадостная, она и в нас вселяет это. Поздравляем всех с открытием музыкальной гостиной, повторяюсь, при Дворце культуры. И, кстати говоря, я приобщаю всех любителей романса, поэтому поздравляю всех с открытием. Эти вечера романсов взяли свое начало в Дворце культуры «Юбилейный», но планируют расширяться среди ближайших городов Московской области и выходить на новый уровень и собирать все больше единомышленников. Руслан Поляни, Дмитрий Волнов, новости из «Кровект».